Рыхтуемся проводить бабино лето. У ближайшие дни на дворе в регионе погоршится. По прогнозах синоптиков, завтра поветра еще прогреется до плюс 18, а затем начнется поступовое похолодание. У субботу 20 кастрычника пройдут дожди, слупки термометров покажут до 11 градусов ночи и до 12 в день. У неделю опадков не чекается, але похолодает до плюс 5 в ночи и до 9 в день. На наступном тыдне небо все частей будет затягнуто шерыми хмарами. Одни станут похмурными и дождливыми.